Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в обзоре профессиональный набор инструмента от компании Hans на 1/4 дюйма. Это маленький квадрат, код товара 2646. Набор состоит из 46 предметов. Коротко о фирме Hans. Hans выпускает профессиональный инструмент высокого качества. Инструмент изготавливается на острове Тайвань. Набор поставляется в картонной упаковке, в прямом смысле картонной, потому что бывает, что некоторые наборы в бумажной упаковке. Здесь вот, видите, хорошая полиграфия и такая вот коробка упаковочная. Это если кому важно, данный набор, допустим, на подарок приобрести. Указывается комплектация набора. Есть сзади полная линейка инструмента наборов Hans, то есть под 1/4 дюйма маленький квадрат. И также указывается, где набор выпускается. То есть тут Hans Tools Corporation, сделано на острове Тайвань. Комплектация набора стандартная. Почему говорю стандартная? Потому что данные наборы в такой комплектации выпускают практически все производители инструмента. Но сегодня у нас набор от компании Hans. Начнем с трещотки. Трещотка на 36 зубьев. Крупный шаг. Есть реверс. Право-влево переключение. Трещотка разборная. Можно заменить саму внутреннюю часть трещоточную. Также трещоточные вот такие вот запасные части продаются отдельно. Можно докупить, если вдруг она у вас полетела. Длина трещотки 155 мм. Рукоятка здесь полностью пластиковая. Надпись есть Hans на рукоятке. И Hans есть надпись на металле. Почему мы постоянно повторяемся в каждом видео о надписях на каждой единице инструмента? Потому что много вопросов по этому поводу. Люди боятся купить подделку. Хотя подделок, будь то фирмы Hans или других производителей, мы в Украине не встречали. Поэтому мы повторяем, что написано на каждой единице инструмента. Есть быстрый сброс головки. Можете быстро одеть ее нажатием и быстро снять. И есть номер по каталогу. То есть Hans инструмент имеет каталог, PDF формат или бумажный. Поэтому по этому номеру вы можете найти данную трещотку в каталоге и докупить, если вдруг вы потеряли ее. Отверточная рукоятка, длина 150 мм, ручка здесь полностью пластиковая, есть присоединительный квадрат, можно подсоединить трещотку. Допустим, такая конструкция, очень удобная, там что-то открутить, получаем отвертку с реверсом. Данную отверточную рукоятку вы можете использовать или с головками, или вот с битами. Биты вот такие вот с адаптерами идут. Получаем отвертку. Надпись на рукоятке. Hans на самом пластике есть. На металле надпись Chrome Vanadi. Chrome Vanadi сталь. Далее три удлинителя. Один 150 мм. Это для труднодоступных мест. Гибкий удлинитель. Второй у нас 100 мм. Обычный. И 50 короткий. Надпись на удлинителях, также номер по каталогу есть. Hans на металле, надпись, ну, логотип сам. И все, в принципе. Так, кардан. Такой кардан для труднодоступных мест. Он проклепан. Видите, заклепки здесь черного цвета. И внутренняя часть также черного цвета. Это хромолиденовая сталь, то есть усиленный. Т-образный вороток. Длина 11,5 см. И видите, ползунок это тоже черного цвета идет. Хром молибденовая сталь. Данный Т-образный вороток применяется для срыва гаек, чтобы это не делать трещоткой, допустим. Переходник для работы с шуруповертом. Можете подсоединять головки, работать или биты с электрошуруповертом. Головки. Общее количество головок здесь 13 штук. Профиль шестигранный. Самая маленькая на 14. Ну, самая маленькая на 4 мм. Самая большая на 14 мм. Надпись на головках Hans. Размер головки и номер по каталогу идет. Теперь биты. Биты в наборе есть крестообразные. Шлицевые. Есть шестигранники биты. И биты Torx. Общее количество бит 21 штука. Биты уже идут с адаптером.
То есть прессованные переходники еще называют их. По комплектации все. Инструмент очень хорошо изготовлен. Нету каких-то заусенец, вмятин. Имеется защитное покрытие, защитное на инструменте. Также по кейсу хорошо закрепляются верхние части, вот эти вот биты, то есть не выпадают при закрывании. Но единственное, здесь кейс самый простенький. Видите, защелка обычная, самая пластиковая. Ну, скорее всего, если бы здесь был еще кейс, допустим, с металлическими защелками, то, конечно, набор стоил бы на порядок дороже. Но здесь именно сэкономили на кейсе, но качество инструмента на высоте в наборе. Кейс цельнолитой. Габариты, вес 1 кг, ширина 24 см, длина 12 см и высота 4,5 см. Ханс, надпись на верхней крышке идет. Однозначно мы рекомендуем покупки инструмент Ханс, потому что инструмент высокого качества. Если вы хотите, допустим, купить раз и навсегда, присмотритесь с набором Ханс. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.